Здравствуйте. Тема сегодняшнего разговора – это тема горячая на сегодняшний день, потому что она интересна ввиду увеличивающегося количества людей, заинтересованных в этой программе, программе Self-Employed. Программа Self-Employed на сегодня интересна для тех специалистов уникальных профессий в сфере театра, культуры, кино, спорта. И туда же попадает категория фермеров. Фермеры – это отдельная категория, о них можно говорить долго и, наверное, мы сделаем отдельное видео. А что касается программ для артистов и деятелей культуры и спорта, это, конечно, очень интересно. Если говорить кратко, то программа требует наличия минимум 2 лет из последних 5 self-employed, то есть независимого предпринимательского опыта, или нахождение человека на верхних ступенях своей профессии, будь то выступление в спорте, в культуре, в достижения в сфере искусства. Это все покрывается программой Self-Employed. Помимо наличия такого опыта, необходимо показать, что человек способен организовать подобное предприятие, то есть самозанятость, здесь, в Канаде. Естественно, программа покрывает как самого кандидата, так и его семью. То есть, с точки зрения прохождения, здесь очень идеальные условия, потому что программа в то же время при своей уникальности и узости кандидатов, которые могут попасть сюда, то есть той ниши рыночной, на которой они находятся, в то же время она дает достаточно большие возможности при отсутствии требований к языку, при отсутствии требований к капиталу, фактически образуя, то есть становление кандидата строится на его собственных талантах и способностях. Это, собственно, то, что мы хотели рассказать вкратце. Для подробностей всегда мы открыты для консультаций. Мы даем их в интернете, через Skype, в личных визитах людей к нам. И с удовольствием работаем с кандидатами по Self-Employed программе со всего мира. Это уникальная программа. Добро пожаловать в Канаду.